Еще раз добрый вечер. Нам очень приятно видеть вас здесь. Еще раз поздравляю вас с праздником. Вам всего доброго, самого лучшего, самого хорошего. Вы знаете, мы играем необычную музыку, скажем так, не то, что попсу. Фабрику, конечно, там, и корни, и все не заказали. Вы знаете, мы не поем. У нас инструментальная музыка. Раз, нас слов нет. Да, нас слов нет. Слова мы нуждаем. Слова, вы знаете, можно... Такую музыку можно слушать дома. Здесь подправил, зарядил. Все дела, где получается. Ну что ж, я предлагаю. Если вам понравится, продолжите. Спасибо. Да. А, вот, ну,
Спасибо большое. Ну что ж, как вы знаете, мы также немножко поломимся с классикой. Ну так, немножко, совсем чуть-чуть.
Спасибо. Дай мне вас спросить. Да, кстати, совсем забыл представить, там коллектив КДК. Это Кашицын Иван, бас-гитара. Данил Мельчиков, барабаны. А ну так, скажи, ну я так затесался немножко. Капитан входит. Ну, учим, я так знаю, понимаю, что знаю старшее поколение. Молодежь, как бы, может быть, и помнит, может быть, и слышала, но старого мастера дорогая.
Спасибо, Дарья. Ну, сейчас вообще-то, скажем так, такая немножко сентиментальная вещь, называется она «Серый лед». В общем, как бы, она сама под собой подразумевает то, что нет ничего это хуже, чем, да, в глазах любимого человека. Робик, это связано с Цоем, да? Где у снег серый лед? Нет?
Давайте. Точно не устали? Да! Нет! Нет!
Thank you.
Thank you.
Рубик, давай, наяривай. Я танцую, а не пою. Давай. Ну что ж, больше у нас клеток особо-то не будем встречать. Стенья. Ну, последний наших планов, перед нашей программе. Но, тем не менее, наверное, достаточно близкую тематику. Шоу «Антон», шоу должно продолжаться. Нет, Аля, наверное, сыграем. Да, фамилия у тебя не жаль. Эту тему сыграем, я не буду больше играть. Все, давай сыграем. Да, ну, знаешь. Да, смотри, что здесь играть-то. Какая разница?
выступление. А сейчас...